Ребята, в гостях у нас новый пациентик. Что мы делаем? Мы делаем ему ТОшку. Масляный фильтр оригинал, солярочный фильтр фордовский. Меняем ему также термостат, меняем стойки стабилизатора. Еще будут резинки стабилизатора, должны подвести. Меняем две подушки двигателя на новые, там оборванные. Покажу вам. Вот такое маслецо. И воздушный фильтр китайский. Погнали! Делим наше ТО на две половины. С правой стороны двигателя и с левой. С левой стороны у нас, во-первых, топливный фильтр. Во-вторых, масляный фильтр. Вот он. Масляный фильтр. И подушка двигателя, которую мы должны заменить. Так, сливаем масло с двигателя. Затем откручиваем фильтр, сливаем с фильтра. Ребята, когда вы демонтируете масляный фильтр, чтобы не обливаться, я его просто завязываю в пакет и откручиваю. Все, фильтр упал в этот же пакет. Вон он лежит. И у вас все чисто. Так, это старый фильтр мы сняли, это новый. Будем ставить оригинал, Hyundai. Все, фильтр на месте. Закручиваем. И подтягиваем. Ребята, вот такой берем отсос, вот такой приблуда. И засовываем ее в сливную дырочку и отсасываем все, что есть в поддоне. Если вы обратите внимание, тут есть еще сантиметр масла. Вот оно еще капает. Сейчас перестанет. Не потому, что оно все вытекло, а потому, что мы отсасываем изнутри. Ребята, сливной болт. Обязательно замена шайбы. Вот будем ставить такую медную, новую. Так, смотрите, старая шайба без боя не сдалась. Мы ее... Все вымыли, мы ее сняли, все вымыли и ставим новенькую. Все, болт на месте. Смываем, чтобы увидеть, будет ли течь или не будет. Ну, конечно, не будет. Ребята, погнали крутить подушку. Сейчас сниму вам, покажу. Ребята, я говорил вам, покажу, как порвана подушка. Смотрите. Видите? Вот. Она должна быть целая, она разорвана. Старая подушка и новая. Опа! Полностью оборвана. Все, ребята. Левая подушка на месте. С этой стороны слева нам осталось заменить солярочный фильтр. Что мы делаем в солярочном фильтре? В фильтре при замене. Сняли датчик воды. Сняли шланги. Обязательно запоминаем, как стоят шланги. Сняли быстросъемы. Один болт. Так, старый фильтр, новый фильтр. Достаем. Новый фильтр идет без датчика. Ребята, датчик воды сняли. Ради интереса выливаем соляру. Что там? Колпачок снять. Смотрите, на удивление все чисто. Все-таки у нас соляры отличные. Неизвестно, сколько прошел фильтр, машина только куплена. Ну, ни воды, ни грязи практически нету. Шикарно. Все. Ребята, после того, как установили фильтр, возвращаем ход и обратку. А среднюю не возвращаем. Качаем грушей, пока не пойдет соляра. Вот, соляра пошла, все. Ставим среднюю и накачиваем грушу. Все, груша дубовая. Мы накачали. Так, ребята, с левой стороны мы закончили. Заменили масляный фильтр. Вон голубой. Заменили подушку двигателя,
опору двигателя и солярочный фильтр. Переходим с другой стороны. Тут мы должны с правой стороны, что мы делаем? У нас замена термостата, его здесь нету вообще. У нас замена муфты альтернатора, смотрите. Она заклинила и уже развалилась. И у нас замена подушки. Снимаем альтернатор, чтобы заменить обводную муфту. Смотрите, она вот тут внутри развалилась. Кусочки видно. И плюс она еще сама по себе кривая. Все, ребята, открутили, достаем. Достаем альтернатор. О, поддался. Достаем. Ставим на стол. Вот наш альтернатор. Вот наша муфта. Смотрите, она вся ржавая. Смотрите, она еще кривая. Все, будем разбирать сейчас. Есть специальный инструмент. Вот такой вот. Вставляется сюда и открывается пневмопистолетом. Вот, смотрите, отбил. Развалилась. Смотрите, запчасть. Кусочек. Проставочная шайба. Место нормально, еще не... Смотрите. Все развалилось тут. Вон подшипник. Вовремя приехал. Новая. Точно такая. Один в один. Устанавливай. И зажимаем. Смотрите, как должно быть. Если стопорим альтернатор, видите? В эту сторону крутится, в эту не крутится. Полностью рабочий шкив альтернатора. Пока альтернатор нам не мешает, меняем подушку. Так, ребята, вторая подушка, пожалуйста. Та-дам! Обе порваны, сейчас будем менять на эту. Корейская. Смотрите, она прям блестит, она не вчера порвалась, она уже давным-давно. Все, подушка на месте новая. Возвращаем назад альтернатор. Все, установили альтернатор на место, новая подушка. Ставим корпус воздушного фильтра. Установили корпус фильтра воздушного. Фильтр новый. Вот так вот. Ребята, при установке патрубка турбины обязательно обращайте внимание на вот эту вещь, видите? Был некачественный фильтр. Сейчас подсвечу. И вот эта грязь, которая фильтр пропускает, это все нужно вымыть. Все вымываем, зачищаем. Заливаем масло. Так, ребята, что мы делаем? Мы меняем втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. Вот так выглядят втулочки. Они уставшие. Это, наверное, еще оригинал. Деревянные, пластиковые стали, не резиновые. Под замену. Ребята, вот новые стойки. И вот новые резинки. Резинки оригинал. Это резина. Вот номерок, кому нужно. Все, стабилизатор на месте. Стойки стабилизатора. Буксы. Так, ребята, и последнее, что мы делаем, замена термостата. Сливаем немного воды, два болта, здесь и здесь, и
ручку, не ручку, а щуп открутим, чтобы не мешало. Открутили болты, смотрите, оп, ух ты, смотрите, какой подарочек. А человек, вы говорит, не греется. Оп. А, отлично, он не развалился, его специально сломали, смотри, есть прям, точили диском или камнем. Вот. Диском или камнем. Преднамеренно. Вот так вот. То есть, смотрите, запчасти. Вот будем менять. Вот номерок. Hyundai. Пожалуйста. Вот так это будет. Все шикарно. Ребята, и плюс. Новая прокладочка. Ребята, обязательно зачищаем поверхность под прокладку. Устанавливаем новый термостат. Видите, оно заподлицо становится. Тут есть такой пиптик, его вверх. Ну, тут не важно, но вообще так становится. Новую прокладку. И закрываем. Все, завели, ребята. Все нормально, сухо. Прогреваем. Пожалуйста, 86 градусов уже, 85. Термостат открылся. Видите? 84. Вот так двигатель после ТО. Помыли его, сполоснули, видите? Блестит. Все? Все довольны? Все, ребята, подводим итоги. Что было поменено? Воздушный фильтр. Масляный фильтр, солярочный фильтр. Потом резинки на стабилизаторе, плюс стойки стабилизатора. Было поменено две подушки, обе порванные. И было заменено шкив альтернатора. Плюс было смазаны все крестовины, прошприцован кардан крестовины. Плюс удаленный люфт в левом колесе переднем, подтянутые подшипники. Плюс заменен антифриз. Замена термостата. Все, следите за своими машинами, как следим за ними мы. Удачи. Подписывайтесь на канал.